Зубцехи «Последний звонок» сегодня прозвучал для более чем 200 выпускников. Многие из них отмечены похвальными листами за отличные успехи в учении, дипломами и почетными грамотами. Их вручение специально приурочили к этому дню. С напутственным словом к ребятам обратился ветеран войны, бывший директор их школы, учитель физики Виктор Мищенко. Мало таких школ, которые выпустили таких вот. Два героя Советского Союза. Сколько у нас учителей, выпускников этой школы. И работают до сих пор здесь. Дальше, врачи. Где бы ни работали ребята, наши выпускники, они все показывают. Нормальный труд. И я хочу пожелать этим ребятам быть такими же. Не забывать школу и все время ориентироваться на только на положительных ребят. К поздравлениям и пожеланиям выпускникам присоединился председатель Совета депутатов Анапы Леонид Краснорудский. Он также отметил, что для каждого из теперь уже бывших учеников очень важно не забывать свою родную школу. Сегодня очень хотелось бы, чтобы вот наши дети, получив высшее среднеспециальное образование, старались вернуться в свои школы. Может быть, в другом уже статусе, может быть, в статусе родителя, а возможно и педагога. И для нас это очень важно. А я бы пожелал нашим выпускникам Анапы удачи. Удачи в сдаче экзаменов, удачи в поступлении в профильные вузы. Ну и, конечно, удачи им по жизни, потому что от этого зависит наше будущее. Этот прощальный школьный вальс выпускники запомнят навсегда. Впереди у них итоговая аттестация, и потом каждый пойдет своей дорогой. А в школе продолжится обычная жизнь со своими заботами и радостями. В этом году нам дали возможность открыть 2 летних лагеря. Кроме того, будет работать трудовой лагерь для детей. Детки будут заняты практически весь июнь, весь июль. Мы сможем подарить замечательные, чудесные солнечные дни и немножко украсить летний отдых. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.